А представители ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации бьют тревогу. Под угрозой оказалась женская онлайн-журналистика. Оказывается, для многих наших коллег ежедневные угрозы и онлайн-домогательства стали уже частью повседневной жизни. Специалисты даже подсчитали, что, например, в Твиттере женщины-журналисты получают в 3 раза больше оскорбительных комментариев, чем их коллеги-мужчины. В ОБСЕ призывают обратить на эту проблему самое пристальное внимание. Уже в ближайшее время организация выпустит специальный рекомендации для женщин, которые помогут противостоять всевозможным виртуальным угрозам. Многие уже покинули онлайн-журналистику, потому что подверглись сексуальным домогательствам и онлайн-угрозам. И это действительно большая проблема. Я думаю, мы должны защищать свободу слова и свободу в интернет-пространстве. Женская журналистика должна иметь свой голос. Сейчас это очень важный вопрос. Нам нужно говорить об этой проблеме. Ведь женщин сегодня преследуют и оскорбляют не только в интернете. Есть еще одна большая проблема – домашнее насилие.